Ричард Брэнсон – одна из самых ярких и эпатажных личностей современного бизнеса. Основатель корпорации Virgin, которая объединила более 200 компаний совершенно разного профиля. Магазины по продаже музыкальных дисков, авиа- и железнодорожные компании, радиостанцию и издательство в 30 странах мира. Родился сэр Брэнсон 18 июля 1950 года в городке Блэкхэдс, недалеко от Лондона, в семье потомственного английского аристократа. У Ричарда с детства была сильно нарушена координация движений. Часто невозможно было толком разобрать, что он говорит. Буквы и цифры для него были лишены всякого смысла. Впоследствии медики диагностировали близорукость и дислексия. Но эти заболевания не помешали ему учиться в закрытой школе и быть капитаном сразу трех школьных спортивных команд. Огромную роль в воспитании сына играла его мать Ивет. Миссис Брэнсон была уверена, что в один прекрасный день ее сын станет премьер-министром, и делала все, чтобы он не сплоховал, когда придется карабкаться вверх. Сейчас Ричард может позволить себе прийти на вечеринку в женском платье, в шутку побросаться пирожными, столкнуть приглашенную звезду в бассейн или неожиданно перевернуть вверх ногами очередную диву мирового шоу-бизнеса. Может на официальном приеме у королевы появиться в джинсах и бейсболке. Сорвиголова, добившийся невероятного успеха. Смельчак, который всегда готов пойти на риск. Основатель многомиллионной компании – Ричард Брэнсон.